Так, начинаем выпечку. Включаем верхний и нижний гриль, вот он. И 20 минут, там чуть побольше, 22 минутки, может быть. Потому что у меня, по-моему, чуть меньше 200 градусов стоит. Но оно будет видно там по ходу пьесы. Первые 7 минут ничего не происходит. Я вернусь к вам, когда будет что показывать. Пока вот так оно и будет. Прошло 12 минут. Пирожки раздулись. Ну, немножко неправильно мы сделали, конечно, потому что надо было выдержать на подносике, а я что-то поторопился, и они лежали на подносе на противне всего минут 10. Ну, ладно, посмотрим, что будет. Видите, они начали румяниться. Ну, еще должны пропечься. Слава богу, это не хлеб. Поэтому до верхнего тена они не достанут, можно быть спокойным. Я вернусь к вам уже перед выемкой, наверное. Ну вот, пирожки практически готовы. Но вы, наверное, видите, что начиночка повылезала. Но мы потом уже посмотрим, когда вынем их из духовки, насколько много ее там вылезло. Но не считаю, что это страшно для такого объема. Вот духовочка отщелкнулась. Значит, сейчас чуть-чуть постоят и буду вынимать. А нет, выну сейчас, потому что пирожки маленькие, и это не хлеб, и их уже можно вынимать. Сейчас попробуем это сделать. Так, я вернусь к вам, когда переставлю камеру. Так, пирожки вынуты из духовки. Вот подносик. И смотрим. Видите, начинка вылезла. Ну, это плата за большой объем начинки. Но если это отломить, то ну, чуть-чуть поменьше начинки будет. И кусочек начинки отдельно. Так, это чуть-чуть тоже вылезло. Вот. Здесь. Этот вообще идеальный. И вот этот. Ну, как видите, не без брака, не без брака. Но торопились, и это естественно. Но все равно в них начинки будет много. Значит, какой, на взгляд... А вот он, кстати, вот этот, который с ногами крокодил-то. На взгляд многих это будет брак, потому что у меня твердая корочка всегда. Но я так люблю. А люди любят, чтобы они были такие вот, прогибались прям. Нет, это простые деревенские пирожки. Ничего у них не прогибается. Так что... Ну все, сейчас запеку следующую партию. Вот не знаю, покажу вам или нет. Скорее всего, нет, потому что уже время позднее. Ну все, пока. А вот готова и вторая партия пирожков. Второй подносик. Сейчас посмотрим, какие они у нас получились. За это время пришли мужики, принесли пиво, красные рыбки. И, в общем, и потом мы, может быть, на них испытаем. Вот, видите, идеальный пирожок. Немножко он горячеват, поэтому на блюде, на это его. И вот так вот излишек муки с него убираем. Ну, это можно стряхнуть, а можно так и положить, ничего страшного. Так, оп. Ну вот, видите, все равно получились с дырочками. С дырочками. Но они долго не проживут. Мы их сейчас и съедим. Так. Его надо тоже будет оприходовать. Убрать с него излишки муки. Так. Не туда. Ладно. Я в раковину это быстро сделаю. Так. Второй готов. Второй пошел. Третий. Ну, третий тоже ничего. С дырочкой, конечно, но ничего. А вот из этого много вытекло. Но, как говорится, все равно все съедим. Собаки загавкали. Охотники, наверное, ездят туда-сюда. Вот. Ну, вот вторая партия. Но, как бы, не было времени за ней следить. Немножко, чуть-чуть, вот эти, чуть-чуть негритянские у нас. Но не сильно. Вот на этом и все. Сейчас снимем пробу и покажем вам это.